Здравствуйте, дорогие друзья! С наступающим Новым годом! К этому замечательному празднику люди написали огромное количество разных песен. Одна из моих любимых – это песня Льва Щеглова и Андрея Крючкова «У хороших людей». Она написана много лет назад, еще в советские времена, но актуальности своей она не потеряла и по сей день. И у меня возникла идея написать продолжение этой песни в современных реалиях. Послушайте, что из этого получилось. У хороших людей в соцсетях лишь сердечки и лайки. У хороших людей сто репостов имейте в виду. Нехорошие люди укулеле зовут балалайкой. Мы отправили в бан их еще в позапрошлом году. Нехорошие люди укулеле зовут балалайкой. Мы отправили в бан их еще в позапрошлом году. У хороших людей вебинары на каждой неделе. У хороших людей даже в зуме бывает аншлаг. Нехорошие люди постят то, что они не доели, или троллят хороших из зависти, видимо, ах. Нехорошие люди постят то, что они не доели, или троллят хороших из зависти, видимо, ах. У хороших людей за окном чисто белый снежочек, и подарки под елку уже кто-то хороший принес. Нехороших людей тоже жалко немножечко, впрочем, пусть и к ним в Новый год тоже добрый придет Дед Мороз. Нехороших людей тоже жалко немножечко, впрочем, пусть и к ним в Новый год тоже добрый придет Дед Мороз. С Новым годом, дорогие друзья! Пусть вам этот год принесет много здоровья, счастья, творческих успехов, а также благополучия во всех сферах вашей жизни. И самое главное, пойте как можно больше хороших песен. Удачи вам!